Всем привет, с вами Кинолист, и сегодня мы разберем сюжет фильма «Третий лишний». Поехали! В детстве главный герой мечтал о том, чтобы его плюшевый мишка Тедди мог научиться говорить. И однажды эта фантазия воплотилась в реальность. Мальчик и медведь стали лучшими друзьями, но время шло, парень взрослел, а у медведя потихоньку портился характер. В итоге он превратился в проблему, потому что в отличие от выросшего друга, никак не желает взрослеть. А хочет только тусоваться, курить и даже из ревности пытается поссорить протагониста с любимой женщиной. В 1995 году 8-летний Джон Беннет, единственный ребенок в семье, живет в Норвуде, пригороде Бостона, штат Массачусетс. Он загадывает желание получить новый рождественский подарок – большого плюшевого мишку Тедда, который оживет и станет его другом. Во время загадывания желания падает звезда, и желание сбывается, слухи распространяются, и Тед быстро становится знаменитостью. 27 лет спустя Джон и Тед все еще живут в Бостоне и по-прежнему являются верными друзьями, наслаждающиеся жизнью. Джон встречается с Лори Коллинз из Филадельфии. По мере приближения их 4-летней годовщины со дня встречи, Лори надеется выйти замуж за Джона, но чувствует, что тот не может двигаться дальше по жизни, пока Тед рядом. Джон не решает заставить Теда уйти, но меняет мнение, когда находит Теда дома с проститутками. Джон находит Теду отдельную квартиру и работу в продуктовом магазине, где Тед начинает встречаться со своей коллегой Тимми Лин. Лори узнает, что Джон отсутствовал на работе, используя ее как оправдание, чтобы продолжать проводить большую часть своего времени с Тедом. Джон и Лори приглашены на вечеринку, организованную менеджером Лори Рексом, но Тед заманивает Джона на вечеринку в свою квартиру предложением встретиться с Сэмом Джонсоном, звездой их любимого фильма «Флэш Гордон». Джон намеревается задержаться всего на несколько минут, но остается подольше. Лори находит Джона и расстается с ним. Джон говорит Теду, что тот разрушил его жизнь, а затем выгоняет его. Джон и Тед начинают выяснять, кто из них разрушил дружбу, а затем дерутся. После ожесточенной драки в гостиничном номере Джона они все же примиряются. Чтобы восстановить отношения Джона с Лори, Тед договаривается с певицей Норой Джонс, чтобы во время ее концерта Джон исполнил песню и выразил тем самым свою любовь к Лори. Он исполняет импровизацию песни «Осьминожка», которую поет Рита Купидж. Но Джона освистывает, Лори тронута попыткой и возвращается в свою квартиру, где Тед признается, что он во всем виноват и предлагает уйти от них навсегда, если Лори поговорит с Джоном. Лори соглашается, но Теда похитил Донни, одержимый преследователь, который боготворил Теда в детстве. Донни планирует сделать Теда новой игрушкой для своего жестокого сына Роберта. Теду удается дозвониться до Джона, но Теда опять поймали. Понимая, что Тед в опасности, Джон и Лори находят дом Донни и выслеживают его, чтобы спасти Теда. Погоня ведет в Фенуэй Парк, где Джон бьет Роберта, вырубая его, но во время погони Тед получает повреждения и падает на поле, разорванный пополам. Прибывает полицейский машина, вынуждая Донни бежать. Джон и Лори собирают начинку Теда, и Тед загадывает желание, чтобы Джон был счастлив с Лори. Затем магия в Теде исчезает, и он снова превращается в обычного плюшевого мишку. Не способные принять смерть Теда, обезумевшие Джон и Лори пытаются восстановить Теда, но это не срабатывает. Чувствуя себя раздавленными из-за происшествия, Лори загадывает желание во время падения звезды. На следующее утро Джон опускает голову, глядя на мертвое тело Теда. Тед волшебным образом восстанавливается и примиряется с Джоном и Лори, побуждая их возобновить свои отношения. Джон наконец предлагает руку и сердце Лори, и она принимает. Некоторое время спустя Джон и Лори женятся. Тед соглашается жить собственной жизнью, поскольку он и Тимми Лин продолжают свои любовные отношения. Сэм Джонс пытается возобновить свою карьеру и переезжает в однокомнатную квартиру с Брэндоном Раутоном. Рекс перестает преследовать Лори, впадая в глубокую депрессию, умирает от болезни Лу Геррига. Донни арестовывает департамент полиции Бостона за похищение Теда, но полиция не может предъявить ему обвинение, поскольку Тед не имеет законных прав как плюшевый мишка. Вот каков сюжет фильма «Третий лишний». А с вами был Кинолист. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, смотрите наши другие ролики. Всем спасибо за внимание, всем пока!